И что это там? Снимает уже это. Пиздец. Ангелина участвует в конкурсе возьми. В каком-то. Она делает скульптуру. Чё? Какого бы размера ты сделал скульптуру Пегаса? Вообще не превышаю формата чисто. Твой рост. Она все на том, лошади не знает. А копыта их это вообще пи***. Копыта лошади вообще пи***. На пи***. Четырех. Какой? Она мне присылает, значит, коробка из-под системника Red. Такая зеленая надпись, такая сбоку Red. Две конечности, как щупальца, знаешь, осьминога такие. Откуда в ней этот церетели? Короче, мне завтра в 7 часов нужно этого коня Пегаса запереть. Солярис будет конюшней. Пегаса. Пегусней. Минтес нравится, что перевозите? Пегаса! В карман электросчет такой, Помчали. Давай, перекусим в лесу. Тут есть еще. Меня радует наше полотно, которое висит. Бабу, звезда горит. Да. Ух, работает. Это уже радует, уже плюс. Не примастился. Шикос. Артхаус, короче, такой. Уже тот человек, который копал могилу. Вот его пришлось извлечь оттуда, и потом его отлучили от этого прихода. Такие истории за чаем. Прямо про кладбище и раскопку маме. Шо-шо? Во влог тебе, шо-шо? Ты не видела третий влог? Не надо мне, пожалуйста, меня не во что вести, Лёша. Покажем, что ты такая крутая баба-дизайнер, все могёт, все чертит. Тут два пазика каких-то для... Нет, это тоже не оно. Сыпем рис. О, селфи с пароваркой. Балюня! На меня смотри. Вылези оттуда. Кот. Ориентироваться в пакетах для банки я могу. Не грызи мою бленду. Эргономика. Какая-то фигня. Какая-то шляпа. Меня надули. Мультиварка была удобней. Вообще, готовьте кастрюлю, не заморачивайтесь. Все, удачи. Привезло. Игрун, блин. Че вы, натуралы? Да что? Починяем. Примус починяем. Примус этот не висит, он на выезда ездит, делает физические шоу ненагреченные. Нет. Че это у тебя? Это твой? Да, это мой. А, это он без катульки и без подставок, он такой. Ну-ка, что? Галя Максом Нойс. А что это? Кашчпок это? Я развелся с женой. А вот как у тебя? Я говорю, как я на органе женат, занимаюсь целыми днями и все. Ну как же так, надо же натягивать кого-то. И вот так вот мне всю дорогу говорил, я сидел красным. Вот такой вот божественный крепеж мы соорудили для того, чтобы снять пару таймлапсов. Надеюсь, получилось норма, но чудесно. Скотчи, жгутах, и еще скотчи, чтобы не ходил по такому. Еще один штатив запихнули на орган. Надеюсь, здесь заполняется зал. Сейчас будем смотреть, что у нас вышло. За шаурмой! Ночная шаурма. Ночной дожор. Прощай, фигура. Я снова на работе. Как и всю эту неделю, я на работе. Thank you.
Блин, DVD-диски, я обожаю DVD-диски. Теперь, если прислушаться. Короче, чем теперь еще радует, у меня есть такой чудо-транспорт на работе, на котором передвигается трачу меньше силы, и вообще это довольно кайфово. Фишка была, Андрюха. Сам понял. Ты херня. Наркоман. Ну, наконец-то хоть CLS такой почините. Сурму, которую уже раз у меня на видео. Хорошо, если вкусно. И дешево. Вот ты, например, за сколько... Сурма на Денисе, самая охуенная сурма. Вновь чудо работа. Что ты, Макс, недоволен? Нет, заявление, шоу, всех уволить. Всех? Убирай, что опять я? Все я должен делать. Пускай он, блин, чуть-чуть. Я тебе объясню, почему ты. В прошлый раз а ты лично еще сказал, что я его там еще подсвечу немножко. Дима, красиво так будет. Это было, когда был у них концерт первый. А когда был второй, этого уже не было. Все, хорошо. Проектор выше, Дима. Пацаны, короче, сцену трясет, что делать, почему? Мы бежим! Чё выше? Постоператор дрочит. Андрей, х**. Друзья, навстречу приключениям! Долбанный световик. Тоже, а тоже. А? Нет, не видел. Да не видел. Андрей Заков. Покажу. А. Только телевизор покажет. Все, до завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Пенчик, он такой фундаментальный, основательный чувак. Он делает все медленно, но как? Как нас, Андрей? Это да? Правда. Я придумал шутку. Водитель карлик. Комфорт тот же, цена меньше. А? И пи***ст. Да. Комплексный уход, газоны пассивные, рулонные, шторы. Системы автоматического полива. Какое-то это полива, чувак, конкретное. Приходит учитель по русскому языку и такой, и маме моей говорит, сегодня мы будем читать Данилы Коран. Мама такая... На русском хоть надеюсь? Конечно, на русском. Конечно, ну сегодня мы смотри, глянь, туда налево. Или глянь, там направо. Что, там долго нам ехать? Еще 5 минут некрасивой дороги. На удачу пентаграмму-то рисануть. Да что ж, как лось ржой ты? Нет, ты дурака. Ты сказал, у меня телефон тихий. Да слушай, сейчас в кабинете, ладно? Просто одно слово сделала сегодняшний день. Я почему засмеялся? Она ударение не туда поставила. Да, да. Поедем, Тимур. Нормально. Территория притяжения. Королева апокалипсиса нарисовал из людей X, Андрю. А мне кажется, это Мунк, что ты крик. Что он лижет, Андрей? Вот скажи. Почему ты падаешь? А мне нравится, на меня похож в старости. Это вот ребята, у них ангина, они занимаются ингаляцией. Что ты и я. Что один, что второй. Что, когда новый диск? Арханный. А? Для народа простого. У меня есть с автографом. У тебя с автографом есть, Тимура? Да. Чего у меня нет с автографом диска? Прости, я подготовлюсь сегодня. Холоп надухаренный. Уходим, фонарик синенький. Два худника, пацаны. Два худника. Че вы себе нормальные покупаете, а мне всегда плохой пицца. В смысле? Мы все одинаковые взяли. Второй раз мы приезжаем сюда, у вас хорошая пицца, а у меня плохая. В смысле? Это одна и та же. Да. Ну, только у меня другая. Блин, пойду заряжу. У Денчика фамилия Кочерга, я просто балдею, знаешь, от такой фамилии. Ох, Кочерга, я тебе поклоняюсь. Клуб шахтеров и дыма. Вот и увеличительное стекло, даже если к объективу собачишь, он
Можно эффект наркомании создавать. Первая вещь. Хипстеры. О, йоу, мадафака. Очки на очки. Очки на очки. Раз, два, три, четыре, пять. И вот я вновь на работе. Мы вновь снимаем репетиции, концерты, концерты, репетиции и тому подобное. Но вот, казалось бы, сегодня последний день, и всему этому должен был пришел... Всему этому... Спасибо за то, что вы такие классные. Вот, за то, что я сейчас с вами. Если ты дальше, все нормально. Купил своей даме чудо-цветы. Сейчас поздравим свою чудо-даму с 8 марта. Эй! Она любимая, сидит одна. 8 марта, тебя любимая. Спасибо, а я ждала горшок на самом деле для цветов, надо бокс. Извините, я спробую с горшочком. Я дешевле. Я дома! На мой взгляд, как графического дизайнера, афиша отдела маркетинга более привлекательна. Потому что в ней есть какие-то иллюстративные моменты, яркость есть какая-то. То есть, что-то из этого можно было выжить. Турчин лайк поставил, все, самое главное. На домашнем стадионе сегодня выступает команда 38-го дома против школы 21. За последние 3 дня я вообще ничего не снимал. Ангелина меня вытащила из дома в замечательную погоду. Да. Это похоже на ванильную хрень. Мы только что вышли из кофейни, сели в машину и любуемся Кавказом. Тебе бы польское кино снимать. Сегодня 5 марта. Я надеюсь, что еще цветы для двух женщин, которых я хочу поздравить, есть. Пойду заказывать 2 букета. В цветочном магазине очень много людей. В основном это женщины. Я не понимаю, почему. Это, наверное, опять же, к моему вопросу о том, насколько рано мужчины начинают заботиться о подарках своим любимым женщинам. Молодежь, которая играет на площадке, сказали, что я мужик. Не прозвучало это следующим образом. Глянь этого мужика. Мы будем готовить... Что? Правильно. Пицца! Пицца! Почему именно пицца? Потому что мама решила попробовать, как ты умеешь готовить пиццу. В смысле, я буду готовить пиццу? Я не буду готовить пиццу. 5 марта, город строителей. У нас есть колбаса, кетчуп, лук, 2 помидорки. Я мою помидоры. Что, Даня, мыть грибы или не надо? Что в жопу? Это будет таймлапс, как я режу помидоры. Обе пиццы получились очень классными, очень вкусными. Ну а теперь пора ехать домой. У кого-то день уже заканчивается, а у звукача команды КВН «Сборная мешков под глазами» он только начался. Во! Максимально неудачливый звукач. Включает... Джек. Пошевелил его, короче, чтобы батарея отошла немножко. Ноутбук бахнулся, короче, ну выключился полностью. Артем опустил микрофон, включенный вот так. Думал, что микрофон уже все далеко, и он такой, на весь зал. А я у Дани забрал GoPro, он даже не видит то, что я у него украл GoPro. Лох, лох, Дань, я ненавижу тебя. Я всем телом отрицаю твое существование. Придумали же влог снимать, кому хрена, ну ладно. Очень стильно, пойдем, тебе все телки сейчас дадут. Пока жена не видит. Это же хозяин влога, вот этого самого популярного в России, вот же он, вот же. Вот же. Вот же он! Он вот же одевается. Здравствуйте! Актерская игра, пушка!
3 часа ночи. Едем по домам. Завтра в 11 часов нужно быть уже опять у цены. На КВН. Редактура. Поехали. Приехали. Как вам, редактор? Да ты за***л меня! Здрасте. У меня башка болит. А чего у тебя башка болит? Головой дома у***бался. Проснулся и у***. Пьяный, что ли? Не, я ж не пью. Порошок раскупается тоннами. Почему? Дешевый? Качественный. Какие печеньки должны быть? Я тоже поищу. Ты их не найдешь. Это потому, что я карлик? Привет, Артём! Еще раз наведешь на меня камеру, я ее сломаю. И заплачу тебе 35 тысяч, да? Ну, само собой. Материал в жопу тебе засунуть свой ты можешь. Влог веселый, чтобы подписчиков было больше, чем 51, как сейчас. Самый позитивный человек в этом доме сейчас. А что же это у тебя такое? Камера эта. Круто. Давай. Она такая должна быть маленькая. Да. Праздником весны. Праздник. Да, чем-то приходится жертвовать. Там столы ломятся от явства. Родственники приехали в какой-то веке. А я еду на репетицию КВН. Привет! Здравствуйте! Привет, праздничком, дорогая! Я лучше. Главное время. Команда КВН сборная мешков под глазами. Привет! Команда КВН Пушка. Команда КВН. Вторая редактура прошла немножко получше, чем первая, да, Артём? С девушкой в 7 часов сегодня встречаюсь. Подписать. Да. 8 часов вечера, сейчас я буду ее встречать и дарить ей букет цветов. Давай я типа на камеру тебе дам букет. Все, давай. Давай, обратно. Там вот на полу бери. Это вкусняшка. Не упади, а то вкусняшку достанется котам. Во сколько заканчивается 8 марта? У кого-то заканчивается в 0 часов, вдоль 0 минут. А у меня оно заканчивается в 0 часов 33 минуты, и на соседнем сиденье сидит бородатый тип. 33 коровы!